замечательная картина. Это типичная американская автосвалка. Платишь $2 за вход и копаешь на сколько тебе угодно. Ищешь та машинка, которая тебе подходит. Я в данном случае разыскивал для своей машинки задний фонарик. Цены умеренные. Находишь машинку, сам выкручиваешь детальки, которые тебе нужны, подводишь, считаешься. По ценнику получается, ну, гораздо дешевле, чем на московских разборках. Некоторые детали просто на халяву.